Я, наверное, всегда слушаю свое сердце. Вот прям вот 100% вот этот дзынь. Хотите заглянуть на кухню женского бизнеса? Основной наш канал продвижения – это сарафанное радио. Пошел Косяков народ. Мечтаете узнать, как в декрете построить свой бренд с нуля? Все, что не придумывается, все связано с детьми. Это маркетинг, это реклама, это пиар, это продвижение. «Мама в деле». В субботу на продвижении.